если найдут на границе с Украиной, допустим, где-нибудь в Дании или в Норвегии газ и будут его поставлять в Украину, то, наверное, российский газ им будет не нужен. Но на сегодняшний день надо смотреть реально в глаза ситуации. Российский газ, российская нефть и много других российских продуктов российского происхождения нужны Европе, нужны Западу, нужны Востоку. И у нас их с удовольствием покупают. Поэтому применение каких-то санкций и ужесточение торговли, контроля над торговлей российскими продуктами точно так же ударит и по западным партнерам, как говорят в нашем правительстве.